Тут саппорта надо, нет? Пока нет. Короче, когда появится на ком-то метка, старайтесь задеть там троих-четырех человек, чтобы с вами взлетели. Может, проще метка вроде пусть стоит. Купи. Можно я взлечу попробовать? Если все взлетят, то, естественно, урона-то тоже не будет, да? Ну, зато мы посмотрим. Не знаю, я боб себе там, на всякий. Порталы. Это за медлом коста господи стоит. Удивление каста на боссе есть? Помощник. Риск бежит как раз из твоей стороны, где квадрат. Отворачивайся, квад. Вернитесь там от этого. Там. Забери. Тебя шок. Да. Мост подними. Чё Энджи дал? Блин, блять, покинул, да. Чё там по приску слили? Отвернитесь. Повернитесь. Япончик, кольцо света. А, вот от чего урон проходит. Ещё от этой хуйни урон проходит. Забери. И силу дезориентации ловить. Вот, стой, тут где три человека. Отвернули. Ай, балка, сбейте следующую хилку. Я не взлетел. Не взлетел? Нет. Вот и вся проблема решена. Чё, надо вот подходить, да? Перекройте там парка. Надо в толпе просто стоять. Провиться бейте, да, хули. Лёха. Я забрал. Да я вижу, вижу только. Чизарина. Дай стак. Дай массаку. Я тебе перо дал, сова. Забрал или? Да. В этот момент появляется у нас обратный знак. Бейте призыв, скажите. Сейчас тебя убьет. У меня нету дебафа. В босса луч. Все, забирать можно. Спойте. Сейчас у меня убьем. Этот, рейпер следует. Заберите луч, сова. Забери луч. Не дисплеится, блять, нихуя не дисплеится, плюс парень. Что у нас получилось? Сколько управиться? Ножка. А чё это так дамажит? Типа вот это чердейское пламя, это ОЕшка что ли? Или звёздное? Да, 8. Скажи, пожалуйста, что такое обратный знак? Что это такое, когда он, блять, кастуется? Сейчас я тебе скажу, что такое обратный знак. С жрецом. Начитай. Вы защитили союзника от неминуемой гибели, но попали под действие чар верховного звездочета. Получите 4000 урона от магии. Обратный знак, да. Кто защитил метку, кто стоял рядом с меткой, которая должна была взлететь. Ну понятно, там по три человека надо убегать. А, в смысле, надо или по одному, поскольку там. Давайте смотрите, как работает обратный знак. Вот есть человек, который должен взлететь. Есть человек. Если к нему подбегают 4 человека, допустим, они получают этот обратный знак. Чтобы вы понимали. Он не взлетает, он не умирает, не получает урона. Но эти человек, которые к нему подбежали, грубо говоря, и защитили эту метку, они получают все по 4000 урона от магии света раз в 2 секунды. В течение 60 секунд. То есть целую минуту, каждые 2 секунды они получают по 4000 урона.
120 тысяч урона на человека, то тогда это залетает. Получается, что этим игрокам, которые помогли союзнику, нельзя ловить луч, иначе они будут получать и от этой метки, и от луча дамаг, и они просто-напросто сдохнут, так? Короче, сейчас сова получила этот дебаф, который взлетает. Я думаю, дай ему дам перышко, даю ему перышко, и он не взлетает в итоге. Он подошел вот ко мне, и я получил вот этот вот дебаф. То есть можно не сдвигаться, можно одного поставить, который кидает перышки, и он, получается, все равно будет спасать игрока, да? Да смысл закрывать, я даже думаю, просто... Не, я хотел его спасти, дал ему перышко, но он не взлетел почему-то. И, ну, подожди, смотрите, здесь есть маленький нюанс. Здесь рейд надо делить на 4-3 группы. Так я же говорил, как на Джайне, вот расставить... Нет. Примерно, нет, не на Джайне совсем немножко не то. Вот. А, Лёх, Лёх, надо 3 человека. Да, на, вот, ну зачем вы встаете, блядь? Не вставайте, блядь, на этом боссе. Дал тут диван, проблема, блядь, в том, то, что от магии света-то нет резиста. Тимыч, не снимай пока. Давай просто перышки буду раздавать, на ком будет этот дебаф. Да при чем тут перышко? Твоя перышка похуй. Там... Нет, он не взлетит просто, как бы. Баг, это как баг. Он сам дает перо, он просто не взлетает. Его все равно пофиксят, поэтому нужно к этому не привыкать. Ну, типа... Вызов жрецов 8 секунд. Это что, типа, ДБМ заработал? Ну вот, поймали дебаф, да? 2 секунды, одна. Сейчас босс активен, если что. Не вставайте из трубов, пожалуйста. Господи, 3 раза об этом сказал. Нахера вы встаете, блядь? Не надо вставать. Вас никто не просит вставать. Вас резну. Исчезла, кстати, эта фигня. Воскрешение. Резайте, снимайте диван. В принципе, типа, я одного не понимаю. Откуда урон по боссу столько проходит? Подбиваем его. Блять, а как вы его... Мне кажется, лучше... ...хилил Лёха, который выходил издалека, хилил раньше, поэтому тебе кажется, что мы не дамажили его. Да, он же просто отхиливал на фул постоянно, потому что... 20 лямов боссу сняли. Мне эти кажется... 20... Эти 20 лямов вы сняли, при том, что вы сливали мобов ебучих. Дайте масс-рез через меня. Я предлагаю не брать эти лучи вообще. А не, ну, Леха, ну, Леха, когда мы слили жреца, половина рейда туннелила босса, а не второго моба. Вот и все. Милики же бьют, потому что они там к тем-то не подходят, по идее. РДД били тоже, кто-то там херачил, прям летели стрелы. Провидца можно бить, просто смотрите за костом. Когда идет буря, нужно отойти миликам. В остальное время вы можете бить. Идет каст буря, вы уебуете, бьете босса. Похоже, вы не понимаете, что если будет куча адов, мы в любом случае сдохнем. И нам сейчас нужно просто заливать адов. Чтобы не сильно урон по жрецам маленький. Так, это 65-й у нас, да? А что у вас? Вы как-то сдыхаете тоже, да? Ну вот у вас сейчас было меньше хилов, я же вылетала. На боссе, я имею в виду. Короче, босс вообще легкий. Ну да, как Алар. Не, я реально... К концу, ко второй фазе, у тебя должен быть большой дамаг. Ну сейчас потраем, а вы убьете. Смотри, мы же без саппортов вообще. Лёх, Лёх, а тут немножечко, кстати, баг. А, тут написано, что вот это звездное пламя, которое нужно диспелить, оно 6 секунд длится, а по факту оно длится 10 секунд. Враска. Мы тоже траили, а вы сейчас убиваете и Джайну, и РСХМ, правда же? Да при чем тут это? Мне без разницы, каким сетапом рейда я убью ДВшными. Да нет, ВС просто сказал, говорит, мы потраим, а вы убьете. Вот я ему и говорю, мы тоже траили в свое время. Паша сказал, мы идем вечерним рейдом на звездочёта. Мы вечерним рейдом идем на робота. Что, Враска? Я тебе говорил, это твоя проблема. Ты думаешь, что тебя в чем-то обвиняют? Я же тебе говорил. Этот. Короче, ты опять смотри, это мне говоришь. По ходу босса объясняю всем. Где меня обвиняют? Судя со спылом после всякой этой херни, в двух словах. Тактика. Первый нюанс.
Стоять надо разрозненно. Стоять надо разрозненно. По 3, по 5 человек. Ну ладно, можно по 5 человек. По 5 человек в направлении, где идут лучи. До магеров должно стоять. Вот. Эти провидцы, провидцы и эти жрецов заливаются, но на жреце надо сбивать. То есть, грубо говоря, с той стороны все дамажат сначала жреца, потом заливают провидца. По ходу боя, пока заливается жрец и заливается провидец, а уешками заливается босс. Это сложно. Дальше, следующий нюанс. Есть два вида дебафа. Один бросается на весь рейд, который ауешит по рейду. То есть, чем кучнее рейд стоит, тем больше урона по рейду проходит. Второй дебаф, который, блядь, на котором надо сбегаться. Вот эта метка, которая подкидывает вверх. Человек один дохнет. То есть, если вы возле него стоите, то есть определенная группа будет получать дохерища урона. Ну, не то, что дохерища урона, ну, солидно урона. И эту метку... Эту метку нельзя стакать на определенных людях. То есть, грубо говоря, сначала эта метка должна выбегать в одну сторону, грубо говоря, с одними делить урон, потом с другими, потом с третьими, четвертыми. Ну, можно даже чередовать один через. Ну, сначала в одну группу, потом во вторую. Рейд можно даже на две группы разделить, чтобы меньше урона было. Намного меньше. Этот. Есть еще один нюанс. Можно стоять, конечно, кучнее, но тогда надо максимально быстро кастовать диспелы. И кастовать диспел наперед, а не на, ну, получается, а не во время, как уже есть дебаф. То есть, если вы наперед кастуете диспел, то быстрее, естественно, будет. Вот, но в любом случае мы будем стоять так, что мы будем разделяться на три группы. То есть, три группы. Появляется метка на человеке, допустим, в одной группе, окей, все, эта группа получила урон, и по ним там тикает, появляются эти знаки, по ним немножко тикает урон. То есть, в принципе, под сопротами весь этот урон будет, в принципе, нормальным. То есть, он будет прохиливаться спокойно, без проблем. С учетом того, что у нас больше хилов, чем дамагеров, жрецы будут еще намного быстрее сливаться. То есть... У нас будет до хера времени, чтобы, блядь, еще между жрецами, то есть будет время немножко побить босса. Дальше, следующий нюанс. Есть 4 танка. Здесь надо 4 танка в любом случае. Объясню почему. Первый нюанс. Стаки от приста, стаки от этого, от справиться и стаки на босса. А какие там стаки? Я что-то не видел никаких стаков. Он вешает один дебаф. Провидец кидает, кастует, короче, в тебя... Блядь, как эта хуйня называется? Он один дебаф какой-то вешает, который увеличивает от чердейского обстрела. Который увеличивает все чердейскую эту хуйню. Ну, а потом он вот, бурю кастует, блядь. Буря? Хуйня. При буре я стою, мне урон не наносится вообще. Ну, так, а дебаф-то за это время спадает, вот и все. Да, вот, там дебаф спадает. Ну, типа, это все заебись. На присте тот же. А, на присте вроде стаков нету, насколько я понял, да? Есть. Он кару настакивает. А, кару настакивает, окей. Ну, блять. Вы его один хуй сливаете первым, правильно? Да, мы его сливаем первым. Сколько кара висит по времени? Все время. В смысле, там же время дебафа должно спадывать. Да, но он же кастует новое. Он, типа, 20 секунд. Где-то 20, да? Ну, 20 секунд. Вот, сливаем первого приста, допустим. До выхода второго приста там в любом случае будет 20 секунд. Стаки с тебя пропадут. То же самое, типа, провидец, там стаки обновляются при каждом этом. Стаки падают при каждом этом ебаном вихре. Так что, как бить-то в итоге надо? Милики бьют жрецов всех, а РДДшники бьют всех провидцев, правильно? Нет, жреца нужно бить. Здесь надо все милики РДД свичаются в приста, сливают первым приста. Дальше милики идут бить босса, РДД свичаются в провидца. Mm-hmm. И во время, пока провидец сливается РДД зоной, милики как раз-таки поддамаживают босса. То есть в любом случае оно будет так.
Потому что отправиться летит овешка, которая нормально дамажит. Ну, то есть вот этот шторм ему еще... То есть тут в любом случае никак. Это, да. Ну, так этим зонам надо стоять кучно, правильно я понимаю? Что миликом под боссом, что на жреце под жрецом, что РДДшником надо стоять в отдельной зоне, правильно? Кучно, чтоб с них раз и сдиспелил, и еще додиспелил точечно потом. Леха, ты вылетел. Убийца, рассредоточьтесь сейчас в три метки примерно, да? Ну, то есть это не 100%, что вы должны там стоять. То есть одна, грубо говоря, метка здесь. Одна, блядь, даже ближе можно. Одна вот здесь. Может, спасать надо миликом, потому что, типа, мы не самый первый луч закрываем, стакаем. Может, мы должны спасать от первых меток? Ну, блядь, какая разница? Нету разницы. Где появились? Короче, вот, короче. Вот, малый круг. То есть РДД, милики, ну, то есть все РДДшники просто с хилами, допустим, да, рассредотачиваются по этим трем меткам. То есть на ком попадает метка, с которой надо взлетать, приоритет какой? Первая метка – ромбик, вторая метка – звездочку, третья метка – крестик. Вот, лучи закрываем, без разницы, кто закрывает. Вообще, любой дамагер закрывает лучи. То есть вообще без разницы, но смотрите, чтобы на вас не было больше 10 стаков. То есть 10 стаков набрали, все, достаточно. Значит, если вы дамагер и на вас нету стаков от лучей, которые идут к боссу, бегите закрывать луч. Первого сливаем при 100. Второго сливаем, блять, этого. Во время, когда бьется прист, все бьют при 100, сбивают косты. Если прист уже убит, все переключаются РДД в провидца, сливают провидца. Кстати, вот я взлетал, меня перышко спасало. Если что, могу дать перышко. Все, даю проверку. То есть, если вы мах, прист, допустим, вы можете в соло выбежать, чтобы лишнего урона рейд не получал. Или хант. Вы можете в соло выбежать, взлететь. Хант через отрыв и выйдет. Там присты через левитацию. Инженеры через парашют. Да, парашюты. То есть вот это все работает, чтобы рейд лишнего урона не получал. Нету парашют. Все. Поехали. Надо мне на танке парашют. Пристебав. Обежали метки. Да, понимаете. То есть примерно рассредоточьтесь, поближе подойдите. Чем вы дальше стоите, присты там, Нейликс, блядь, Япончик. Вас там никто не продиспелит, во-первых. Во-вторых, вы там будете получать дохуя урона. Вы слышите вообще, нет? Нейликс, Япончик. Портал. Забери. Забрал. Мне все равно кажется, что есть смысл на первый портал каждому пробежать хотя бы по секунде, чтобы как можно больше людей словило доп. Урон. Все, тихо, помощники появились. Ловите помощников, за боссом идут. Я тоже так думал, вот и. Смотрите за костами, диспел. Вот они сбили каст. Раска, себя диспелить сможешь? Это обратный знак, он не диспелится. Это не про это. Лишний урон кто-то там получит. Женёк, не знаю, чё там получаешь. Лишний урон. Жрец ещё жив, что ли? Не, он пол хп. Так, еще 10 секунд. Ну что ты не забрал? Дай БР быстрее, по мне пока тут. А луч пропал, да? Портал. Денчик рулит. Сила бездны. Ну чё, луч, ребята. Пропал? Я уже третий перекрываю. РДД. Заберите у меня. С другой стороны. Спел. Мне уже 10 раков. Дай массаж. Дал крышка порости. Луч. Луч идет, босс, все нормально.
Паровица, сливайте там. РДД. Готовьте БР. Диспел. Луч. Чародейский обстрел сбивается. Мобы опять появились. К нам, просто, к нам. Чародейский обстрел. Почему мобы Денчика убивают? Тоже чародейский обстрел, блин, у Мосса убили. Че, вы мобов не ловите или что у вас тут происходит? Провидец уже второй в рейде воет, блядь. Две бури. Ну, я сдох. Ты уже сдох того, как у тебя. Ну как он подошел ко мне и все. Ты должен ловить его наперед бежать. Знаете, что я поняла? Если два жреца, то и два луча и так далее. Один жрец, один луч, и он я сразу же попадает. Сдох, короче, от силы бездны. Надо быстрее убивать жреца, тогда луч пропадает, и мы им настакиваем. Классно. Адмирал, а звездное пламя, оно ауешит, правильно? Которое диспелится. И его кидает провидец на всех подряд. Вот, если я не ошибаюсь. И, короче, на нем же висит этот щит, который после того, как ты его сбиваешь, дает тебе право сбивать косты. То есть то же самое звездное пламя, оно может сбиваться. То есть, по идее, если сбить щит по-быренькому провидцу, то можно сбивать звездное пламя, и тогда не нужно будет куча диспелла, будет намного меньше урона. Но это нужно проверить. То есть, вот этот дебаф, который уешит весь рейд, он сбивается, да? Я так думаю, потому что это звездное пламя, если не ошибаюсь, а звездное пламя — это провидец кастует. Вот, вначале на нем висит щит, который не дает сбивать косты. Когда сбивается щит, ты можешь сбивать косты. Я сбил каст один, если не ошибаюсь, звездного пламени. Это Рога говорит? Да. Так что в итоге надо, блядь, чтобы все-таки РДД били провидца, а эти милики жреца? Нет. Нужно сбить щит. То есть сбить надо щит и поставить человека, который будет сбивать звездное пламя. Блядь, или двух кто, людей. Кто собьет щит? Что ты говоришь? Вот нет. Я тебе говорю, Рога. Блядь, жреца бьют милики, провидца, РДД, чтобы сбить щит. Щит на нем висит сразу, как он вышел, правильно? Почему вы просто не влететь в провидца, сбить ему щит, оставить там двух людей, которые будут сбивать звездное пламя, а остальным свичник? Наверное, это РДД сделают, да? Это можно оставить Женька и можно оставить Рогу, но провидцы все остальные будут сбить. 300 тысяч они сольют вдвоем, что ли, да? Каст. Я говорю, блядь, так щит надо сбить сначала, чтобы каст сбивался. А щит 300 тысяч. Просто чем меньше пройдет звездного пламени, тем лучше. Но опять же, я не уверен. Во-первых, звездное пламя диспелится. Да, но оно криво диспелится. Диспелится хрен. А щит сбивается физуроном? Проверял кто-то, нет? Всем уроном, если не ошибаюсь. Всем уроном. Косты на присте сбиваются спокойно, даже, блядь, вот, грубо говоря, прист вышел, все косты там нормально сбиваются, правильно? Проблема в том, что когда жив прист, я уже об этом только что сказала, когда жив прист, то жив и луч, который кастуется в босса. Если выходит второй прист, то появляется второй луч. Нам как можно быстрее, чтобы не настакать на игроках стаки, которые урон повышают, нам нужно слить жреца в любом случае. А что, жрец умирает, луч исчезает, что ли? Да, вот сейчас я это специально наблюдала, эту картину. Да. Короче, делаем проще. Сейчас скажу. Потому что я сейчас специально бегала, никто не перекрывал, кроме прости и совы какой-то. И я вот бегала с ними по кругу и перекрывала эти лучи. На мне было... А, еще в Раска, извини. 14 стаков вот на мне, по крайней мере, было. И я эту картину наблюдала. Как только умирает жрец, луч пропадает. Выходит второй жрец, появляется два луча. Так что, адов-то сливать надо, да, походу? Адов, я сразу сказала, что весь смысл босса — это сливание адов.
А поскольку стаки не пропадают, то к концу убийства босса мы будем очень много ДПСить, поскольку на ребятах будут стаки, повышающие ДПС. Полина, и одновременно они просаживаться просто жесть как. Конечно, да, да. Фоски. А мне такое... Так, смотрите, провицию я сбил именно чародейский обстрел. Да, я вот на линканул, там написано чародейский обстрел, пинок. Обстрел это... Да, там чуть. Я не знаю, может с чем-то лучше другим связаны, но вот я сейчас наблюдала, повторюсь, он исчезал, как только жрец ссылал. И это два раза было забой. Рыба стоит, да, амбав. Это... А я вот включил себе в Вуду, у меня отображение обратного знака этого босса. Чё там, сколько человек надо? Метка и два человека, чтобы три человека было, да, всего? Пропадает после убития жреца. Обратный знак, который кидается на человека, который спас метку, которая должна была взлететь. Сколько там человек надо? Да. Сколько там надо? Три. Три должно быть. Если вы больше трех сбегаетесь, то на всех вас этот дебаф вешается. А дебаф целую минуту тикает по 4000 каждые 2 секунды. Может, не надо его ловить? Лучше сейвить, я думаю, перышко. Все, там дельно. Перышко говно. Не работает, тебе сказали. Он, по идее, не будет разбиваться-то, по идее. Бафы дайте, нажмите масбаф. Короче, сейчас по присту играют. Враска, Неликс, Япончик, пока тут, Локи, Прости, Энжи, Гримперсик, Малдазар. Все остальные, играют по провидцу. Кто может сбивать косты, сбивайте косты. То есть там на провидце Рога может сбивать косты, плюс Войд. Здесь получается Женек, Маги. Раз кастаном можешь сбить. Знаете, что мне кажется, Лёш? Нужно довести до 5-10% жреца, пока действует луч. Можно провиться, подамажить и их одновременно слить. Их надо подвести к лучу. Там дело, если пропустишь каст, это скорее бывает, возможно, да. То он отхилится. А если он отхилится, да. Это жопа. Потому что сейчас пропускали касты, и он хилился раза пропустили два. Пропустили один каст. Когда он выходил. То есть, опять же, он вышел, на нем не было шамана, который собьет ему каст. Вот, он прокастовал и отхилил. Перед призывом, блядь, кто может сбить на рендже касты, то есть магия, тоже Женек. Луцин, чего не хватает. Все хватает, я тут. Стоите в середине, пошел призыв, сразу визуально смотрите. Куда бежит, туда, блядь, бежите и сразу ему сбивайте. Или проще, мяко станешь, блядь, по левую сторону. И как смотреть на босса. Там Малдазар по правую, Женек сзади. Дай, блядь. Поехали. Я сам не знаю. Блять, я опять с выключенным микрофоном разговариваю. Ты прими готовность. Я говорю то, что мне пару секунд погрузиться, я уже загрузился. А тут поднимай. Зачем ты забираешь? Сюда. Ладно, сам. Готов. Поднимите, блядь, кого-то. Сейчас меня убьет. Забирай сразу. Отвернись. Блядь, гримперчик поднимай. Он же поднял. Не надо. Да. Извините. Каст. Спел. Босс, да?
пончик, сила белая. Блять, ну... Я понял, от чего они дохнут. Я сейчас сдохну. Ну, любите жреца уже быстрее. Класс. Кто не сбил? Короче, проведи столько, обстрелка стоит. И все. А этот как? А чё, нету анонсов и того, кто на плите сбивает? Я так думал, я говорил, что я мог ошибаться. Ты забрал рогу, и в итоге никто не сбивает. Типа они не анонсят, у меня стан минуту откатывается, я не могу сбивать. Я тоже, у меня минута стан. Заберите с меня. Женек, разбивай, только сбить. Жреца не убили еще? А. Это уже второй. Там фул отхилился два раза мне. А вы таймер замерят? Раз сколько они выходят? У меня все записано. Хорошо. Короче, не восприимчивость. Костры жреца переводите к лучу. Не стойте его на месте. Луч босса кастуется. Два приста. Там уже бесполезно. И смотри, а не видишь, у них какая-то хрень происходит. Короче, нихуя, все свечиваются в креста. Выйди в раз, когда в диван. Все свечиваются в креста, потом только в провиц. Там нихуя нету этого поста, но как было, а у Ешка так и будет висеть. Это босс, походу, кастует, не? Ну это вообще, типа даже у босса коста нет, она просто по времени вешается на рейд и все. Отправиться вешается, точка написана, проведется. Я, наверное, не права, что лучше от жреца. Но то, что с садами он связан, это точно. Если от фера не отворачиваться, 12 тысяч урона прилетает. Да. А если отворачиваться? Не прилетает. У нас люди дохнут от того, что, блядь, они не отворачивают. Вот от чего первая смерть. А дальше уже от того, что моб не сливается. Просто если вы не отворачиваетесь, это, блядь, 100% у вас убьет. Сколько в щит нужно было пробить? Кирс говорил 200 или 300 тысяч. Так поставь туда троих на провиться, остальных пусти на... Его не нужно бить, я ошибался. Тоже ошибался. Так, по-другому, да. Я вот тоже, по-моему, случайно ошибаюсь, но то, что связано с адами, по-моему, точно, 100%. Там не надо бить этого вообще. Его не надо трогать. Все сдохли от того, что не отвернулись, вот смотрю. Ну, да. То есть, бьем жреца, потом... Да, но на жреце, босса. На жреце надо обязательно отворачивать. Если нет, не я говорю, очередность, жрец-босс, то есть того, нет, того не жрец, жрец-провидец-босс. А, провидец, ну мне показалось, как будто ты сказал, что провидца не надо бить вообще. Не, я имею в виду, не надо его параллельно биться с жрецом, а. Надо убивать сначала жреца, потом провидца, потом босс. Я не понимаю, почему ДД не могут хотя бы на секунду словить баф на урон. Я смотрю по людям, у них половина нет этого бафа. А потому что они все на хиле. Я сейчас перекрывала опять вторую пул подряд. Я перекрываю луч, а жреца не могут подвести к лучу, чтобы больше дамажить. Я не знаю зачем, почему его держат в одном месте. Да, не надо его подводить. Ну подводить хорошо нет. Первое то, что я сказала, почему ДПС урон ловит хил. Луч... Да мне опять было 13 смотрите. Стаков. Луч идет, блядь, в босса. То есть, если вы даже с боссом станете на малом круге, перекроете луч, ну, если подумать, да, вы все равно достанете до любого
жреца и так далее. Ну вот, на мне сейчас было опять 13 стапов. На прошлом пуле 14, а я хил. Так а ты отойди в сторону, все. И пускай в босса влезет. Я перекрываю не от игроков, а от босса. Так а ты не перекрывай, пускай боссом. Они перезакрывают. Нет, не перекрывай. Пускай похуй, пускай босс вырастет, вылезет чудище нахуй. Заебись будет. Можно я скажу, там луч очень просто передается. Ты стоишь на луче, перед тобой кто-то встает. Ты бежишь вперед, луч перепадает. Да, нет, они не пытались забрать. Нет, не то чтобы не могли забрать. Я говорю, опять сова бегала и приз. Все остальные, простите, вот я сейчас скажу, только глаза долбятся. Кто готов взять? Давай теперь. Очень далеко. Сейчас ты буду раздавать месяц вперед. Не люблю, когда меня перебивают. Проверку дал, бафы обновите. Рейндж набираете сейчас. Те лучи закрываете. Дамагеры. Бьете сначала приста. По-быстрому сносите. Потом провидцы. Все, все здесь, все готовы, поехали. Сейчас я босса забираю, ты пока на мне дебафа не будет, не забирай. Вот, на мне дебаф, теперь ты можешь уже забираться. У тебя дебаф появился? Чего, пусть убрат заберу. Дуча, готов. Луч появился. Помощники. Он маг, не сбегайтесь. Креста первым. Сливаем быстрее. Сейчас тебя шотня, да? Это отвернули. Вот... Пока тут не отвернули. КД у него. Блять, мосса поднимай. Быстрее, столько. А мне нету дебафа. Отвернули. Блять, у вас урон проходит. Даже если отвернулся, все проходит. Проходит, потому что рядом стоите с друг другом. Само никто не стоит. Забирай. Забрал вроде. Жрица, быстрее доби. По черепку. Женек спас. Заберите лут, у меня 10 сак. Может, Гера? Нелепсу. Не надо, Гера. Не спел. Это не я. Сбейте, сейчас же можно сбить. Нет? Спел. Понял, короче, будем развивать. Луч пропал, да? После 50% пролит. По хилам Инора, знаете? Активация врата. Фесси? О, мобы. Вот они, два. Моссу с ранжа убил. Ловите сразу. Выбирай. А хуй дотянешься там. Меня убил, а сбейте, отлично. Женек сам, диспел где? Рейд проседает. Да не жмите эту клинику дурацкую, блин. Вы понимаете, поглощение хила идет. Мы и так запариваемся. Каза.
Все, нет, у меня блин. Больше нечего. У меня просто все в оверхил идет. Забери. Отвернулись. Сбейте. Там люди, а я сам был. Да у меня хил идет, поглощение хила, потому что кто-то юзает триньку эту дурацкую. Салара. Забери. Блять, а чё мы все сдохли, я не понимаю. От потому этого. Полюсь от кольца. Ага, ну так нихуя себе. Кольцо оно и так дамажит, если отворачиваешься ты или нет. Посмотрите, когда вот приз появляется, вокруг него, если вы не видите, вот есть такая, грубо говоря, хуйня, вот. Забери. Которая на оранже. Не забрал. Да, уже ложись, уже весь ездил. Ну чё, Кават, был у тебя иммун? Если таунтить когда надо, то нет. Но все равно иммун был. Иммуна нет, просто во время кольца таунта не взять. Кольца есть рейндж, кольца есть рейндж. Этот рейндж примерно, блять, ну, вот, как пристоит вот звездочка, вот такой у него рейндж. Как у кольца, как у Холи Новой, наверное, у него рейндж. Ага, 100 метров. Там вопрос в том, что непонятно, откуда он пойдет. Непонятно откуда он... Почему, сука, у моба рейндж нахуй, он кастует, появился могу с окна вас... своего... Почему у него рейндж нахуй, он с 200 метров кастует в хилов там? Как я его должен ловить, я что знаю, в каком он окне появится? Я бегу, кидаю таун, ТЛПшки, ну он уже на мне. А до этого он 1-2 каста дает один хуй. Как его ловить, блядь? Ну, уже первых двух мобов слили. Уже прогресс. Первых двух, ну давайте еще двух сольем. Почему мы их не слили? Почему мы сдохли? Я умер от непрохила дебафа от луча. Какой? По 6к дамаг. Да, да, да. На мне было 8 дебафов, типа, и просто не прохилили. Видимо, потому что просто все поумирали. Уж просто он по 8000 бьет на 10. Вот этого луча отворачиваться вообще супер легко. Ой, от луча от типа фера. Я не знаю, как его можно ловить, в принципе. Кольцо дамажит все равно, какая разница. Нет, нет, нет. Ты дезориентацию не получаешь. Если ты не получаешь дезориентацию, ты не получаешь дамаг. Я получаю дамаг. Стою спиной, один стою, получаю дамаг. Ты получаешь дамаг все равно. Все получается, они просто не замечают. С другого какого-то места, значит, ты его получаешь. Потому что я не получаю. Вот это, смотри, я тоже не получал. Я получил информацию о смерти, там нет урона вообще от кольца. Понимаешь? Да. Там как бывает получаешь, бывает не получаешь. Вот так вот. Вот у меня 61 тысяча. Я стоял спиной. 62 тысячи почти. Кольцо слепящего света, больше ничего от жреца не получал. У кого-то есть вообще информация от смерти урон от кольца? Ну... Вообще есть такая фигня? Он отображается, нет? Вайда ДБМ же пишет, кто от чего сдох. У меня кольцо надамажило 52 тонны по мне. Нет, кто? Оно есть в этом, в информации о смерти? Да, верно, оно дамажит. Я ни одной дезориентации не поймал, а 26 калимага поймал. Я же тебе говорю, что оно дамажит. Верно, просто. Верно. Это хуёво, это неправильно. Женёк, нормально, типа, но... 12к. Там не моментально 12 тысяч он наносит. Ну, ты не моментально 12 тысяч, и вот эти дебафы по 8 тысяч, которые от стаков и сдох, получается. На тебе стаки, ты закрыл метку, получил от жреца эту штуку сверху, и все, тебе пиздец. Смотри, Женек, ты выжил, когда я тебе пирожка дал? Я выживал, когда мне пироги дали, это работает. Ну да, я же говорю, работает. Я же Женьку давал, вот он не умер. То есть парашют тоже прокает. Только танку это беспонтово давать перо, потому что моб за ним поубегает в воздух. Я даю перо, когда он уже внизу почти. А не сразу. По-другому и не достанешь. Не, Малдозар взрывает, когда на него кидается. Я тоже за ним наблюдала, красавчик. Так я и другим кидал тоже. А послушники раз в 60 секунд выходят. Да, раз в минуту.
Так это ад получается. Один раз в минуту выходит. А раз каждые 45 секунд они выходят. Только мне показалось, что типа они вышли немножко позже. Вот мы слили, да? У нас там было некоторое время еще босса подамажить, да. Ну я вот сейчас каждые пулы замеряю. Сейчас замерял по порталам. Порталы появляются с периодичностью каждые 30 секунд и по минуте ровно. Тут мобы резнулись. А по мобам сейчас засеку. Где мобы резнулись? У выхода. Да, мобы у входа резнулись. Ладно, короче, тогда я этот начислю сейчас. Давайте еще потратим пару раз. Нет, Лёх, давай еще сделаем один трай, хотя бы узнаем, с какой периодичностью выходят мобы. Точно. Сегодня вечером. У меня есть видео, я посмотрю сейчас.